В Нарьян-Маре вручили значки первым юноармейцам округа. На сегодняшний день ряды нового для региона движения насчитывают 29 ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Причем не только мальчики, но и девочек. Не секрет, что главная задача юноармейцев – это воспитание патриотизма и военная подготовка. В Ненецком округе молодежная организация появилась всего несколько месяцев назад. Но за это время ее участники уже успели побывать на нескольких военных сборах. Все подробности далее. Несмотря на то, что официальная церемония еще не началась, ребята уже стоят по стойке смирно. Первыми в ряды юнармии в Ненецком округе вступают два отряда. Патриоты из поселка Красная и Пересвет, учащиеся Ненецкой школы имени Парерки. Мы, юноармейцы, вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянемся всегда быть верны своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Командиры отрядов дают присягу и зачитывают текст торжественной клятвы. Ребят сразу предупреждают о всей серьезности момента. Хочу вас поздравить с этим знаменательным вашим днем. Пожелать вам удачи, счастья, здоровья. Самое главное – терпение вашим близким, когда вы будете постигать стезю немножечко военной службы. Всегда цените этот момент, помните, потому что слова клятвы – они даются один раз. И их нарушить нельзя. В Ненецком округе движение «Юнармия» появилось только в ноябре прошлого года. Но ребята уже ведут работу по сохранению мемориалов и обелисков на территории региона. Несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской и поисковой деятельностью. И кроме того, уже принимают участие в различных выездных мероприятиях. Ну, мы посещали в Архангельске, на соревнования ездили, ездили на сборы в Москву. Вот, как... Ну, сейчас у нас будут тренировки очень плотные. Для большинства ребят юнармия – это прежде всего хорошая возможность подготовиться к предстоящей службе в армии. И многие из них уже всерьез задумываются связать свою жизнь с военной деятельностью. Вообще, есть ли в планах у тебя в жизни связать свою жизнь с военной деятельностью? Ну, есть такие мысли. Кем бы хотелось стать, в каких войсках, может быть? Танкистом, скорее всего. Почему? Большие машины нравятся. Если юноармейцам еще только предстоит понять, что такое военная жизнь, то Николай Канев знаком с этим не понаслышке. Он ветеран боевых действий. Мужчина с воодушевлением приветствует появление в регионе нового молодежного движения. Сегодня вступал возраст, ребятки, от 13 до 17 лет. Это самый такой ходовой возраст, где, конечно, нужна подготовка. Вот они здесь активно выступают. Активная жизнь, это тоже для ребят, это очень здорово. Это перспектива, во-первых, для ребят. Но это давайте говорить прямо, потому что жизнь у нас такая быстротечная. Надо везде все успевать. Я думаю, что ребятки хорошие, классные. По словам руководителя движения Николая Шевелева, в округе необходимо увеличивать численность юнармейцев. В ближайшей перспективе планируется создать по одному такому отряду во всех образовательных учреждениях округа. У меня постоянные запросы на отправку людей в другие регионы на различные соревнования. То есть форумы, опять же, турниры всероссийского уровня, федерального. И так как юнармейцев не очень много, выбирать-то приходится именно из малого количества. И в основном едет одни и те же. Хочется немножко развить это движение. Я хочу научить ребят именно любить страну, любить родину малую. И также начальной военной подготовки, которая пригодится, в принципе, им в службе вооруженных сил Российской Федерации. Посвящение в юноармейцы было приурочено к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда. После церемонии ребята приняли участие в тематическом квесте. Разбившись на 7 команд, они вспомнили главные факты из истории страшных событий в период Великой Отечественной войны. Иван Кутейников, Олег Атанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».